Бракосочетание – это не обычная церемония, а таинство, потому как это настоящая тайна рождения чувства, которое объединяет людей в одно целое. Создание новой семьи всегда стремятся запечатлеть на фотографиях и видеофильмах. Поэтому свидетелями рождения новой супружеской пары становятся приглашенные не только родные и близкие, но и фотографы и операторы. И иногда на церемониях происходит некоторое недопонимание между слишком веселыми гостями, ответственными работниками ЗАГСов и старательными операторами, которые зачастую забывают о том, что ЗАГС – это не площадка для экспериментов, а государственное учреждение. Не нужно забывать, что это государственное учреждение, и здесь проходит государственная регистрация брака. И единственная просьба, с которой мы обращаемся ко всем, кто сюда приходит, что нужно соблюдать элементарные нормы поведения в общественном месте. Не секрет, что в Рязани есть определенное количество профессиональных фотографов и операторов, которые сотрудники ЗАГСа всегда рады приветствовать на церемониях. Они не доставляют проблем, знают порядок действий и в то же время успевают поймать нужный кадр. К сожалению, в Рязани очень мало таких ЗАГСов хороших, где действительно сотрудники проходят, подходят ответственно к этому вопросу и чтобы молодые вот так вот получили прям радость. В основном это ЗАГСы областные, скажем так. Вот там без проблем всегда проходит регистрация, там очень доброжелательные ведущие, они очень хорошие, никогда ничего не запрещают, скажем так, всегда очень лояльно относятся, регистрация больше там длится по времени, и молодым очень нравится. От этого дня всегда ждут чего-то особенного, и часто это особенное приобретает пометку «слишком». Возможно, молодым стоит взять на заметку, что их пожелания, по крайней мере, до ресторана, должны вписываться в существующие правила, а всем участникам обратить внимание на свою роль в регистрации брака. Остается надеяться, что старые проблемы останутся за стенами нового здания ЗАГСа.